вот этот вот первый сценарий родительский, да, ну, он накачан определенными знаниями и опытом родителей. В психотерапии или психологии, или в гештальтерапии это называется интроекты. Это такие культурные консервы, да, как это поколение жило, чем они жили, как они выживали. Они в этот сценарий закладывают, и это нормально, передают своему ребенку. И это все правильно. Но время поменялось. Ребенок говорит уже на языке своего времени. И ему этот сценарий уже не подходит. И вот это как раз Сашин переход сейчас. Он с этим сценарием, все, он куда бы ни пошел, там нету энергии. И чтобы быть агрессивным, этот сценарий послать подальше, да, нужна вот эта агрессия. И чтобы получить доступ к этой агрессии, это правда. Вежливо или невежливо, ты должен послать этот сценарий. Этот запрет или этот сценарий больше, чем Сашина агрессия. Вот они будут в конфликте.